Всем привет, продолжаем гулять по Петербургу. Улица Декабристов, 33, дом Фарсакевич, доходный дом Маркелло. Архитекторы Анерт, год постройки 1838, дом купца Маркелло. Изначально участок дома 33 по Декабристову был частью обширного имения на Мойке, принадлежавшего обер-прокурору Сената, действительному статскому советнику Анисиму Семеновичу Маслову. Усадьба долгое время сохраняла свой первоначальный облик. Менялись лишь владельцы. Купец Франц Гарднер, 1737 год, промышленник меценат Демидов, середина 1750-го, граф Мусин Пушкин, 1782 год. На рубеже веков участок, на котором сегодня расположены дома 104 по набережной реки Мойки, номер 31 и 33, о котором мы говорим, улица Декабристов, номер 1-5 по переулку Матвея, приобрел купец Усовников в 1834 году имени Кусовникова, точнее его вдовы. По завершении перешло к их внучке Елене Петровне Варенцовой. В 1836 году часть имения, а именно участок номер 33 по улице Декабристов, отошел капитанше Екатерине Петровне Котиковой, которая в 1838 году продала это место статской советнице Анне Петровне Корсакевич. В 1833 году архитектор Анерт возводит на этом участке четырехэтажный дом, ныне дом номер 33 по Декабристов, перешедший от Корсакевич к дворянину и первой гильдии купцу Василию Ивановичу Маркелову. В 1861 году архитектор Варгин расширяет существующее здание. В 1864 в доме Маркелова поселился композитор Серов с женой. Здесь в 1865 году родился их сын, будущий художник Валентин Александрович Серов. В маленькой комнатке четвертого этажа в Петербурге в ночь с 6 на 7 января родился маленький Серовчик, в то время, когда отец его оркестрировал свою рагнеду. Услышав первый крик младенца, он поставил вопросительный знак в партитуре, его не успели оповестить, кто именно родился, вспоминала жена композитора Валентина Семеновна Серова. В 1868 году дом был продан за долги публичного торга статскому советнику Николаю Николаевичу Львову, который в 1872 продал его вдове артиста Картыгина Александре Михайловне и его дочери Евгении Васильевне Тидеке. В 1895 владельцем дома становится жена полковника Антонина Владимировна Юрьева, урожденная Палин, дочь Тидеки от первого брака. Ну вот, примерно все, что мне удалось найти по дому на улице Декабристов под номером 33. Пользовался я Википедией и сайтом Сити Волс. Все, пока-пока, до свидания, всего хорошего.